Герой следующего сюжета уже далеко не маленький мальчик, но ощущение детства он сумел сохранить, и будучи взрослым. Мало того, он с удовольствием делится им с другими. С тех пор, как эта девочка с глазами болливудской звезды посмотрела в объектив фотоаппарата Ильи Степанова, прошло уже почти 6 лет. Это была обычная остановка. Мы ехали, так скажем, предгорье Гималаев на джипе, на каком-то таком раздолбанном джипе, так скажем, да. Остановились покушать, даже, может быть, не покушать, просто остановились отдохнуть. А девчонка, она ходила между машинами и просто просила милости. То есть это обычная нищенка, да. И вот я, честно говоря, с тех пор жалею, что я ей даже ни копеечки не дал. Ну, у меня есть какой-то такой принцип, что я никогда денег не даю тем, кого снимаю. Я считаю, это как бы... Но я на них денег не зарабатываю. Где обладательница этих карих глаз сейчас, чем занимается, неизвестно. Но тогда она была просто ребенком. Просто дети. Так звучит тема нынешней выставки. Большинство кадров автор привез из Южной Азии. Дети, они не имеют такого опыта, как взрослые, да? То есть они еще не обросли всеми теми проблемами, которые потом со временем возникают у каждого взрослого. Поэтому, несмотря на все сложности, которыми их встречает жизнь, то есть у кого-то неубостроенный быт, у кого-то, может быть, родителей нет, кто-то там живет в монастыре, кто-то бездомно живет на улице, ворует в поездах, но тем не менее они дети, остаются детьми. Увидеть пойманные автором моменты детства можно в Национальном музее. Выставка будет работать до 27 декабря. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.